Общественная организация больных гемодиализом «Надежда в будущее» представила проект питания для людей, страдающих с почечной недостаточностью. Разрабатывать начали ее еще весной этого года, и к обсуждению проекта подключили ведущих специалистов в этой области. Аудиторией вот этого проекта являются люди, которые находятся на гемодиализе и после трансплантации органов. Этот проект, можно сказать, он именно общественный. Мы начинали его совместно с Ассоциацией рестораторов Республики Саха-Якутия. И сейчас очень рады, что к нам присоединилась очень хорошая научная помощь со стороны наших диетологов.